своеобразный такой коллектив, смотрите, да? Есть коляда, дошколяда, есть работники, которые не безразличны все эти акции, экологические акции, спортивные акции. Многие из вас участвуют не только же здесь, да? Многие и спорт у нас поддерживают, и другие направления. Поэтому огромное всем спасибо, что вы просто неравнодушные, активные, что у вас живет в каждом жизнь, вы готовы двигаться и общаться между собой. Поэтому огромная благодарность и уважение, что в моей компании работают такие прекрасные, замечательные люди. И, конечно же, нашим партнерам, спортивным партнерам, Станислав, ваша федерация, огромное спасибо. Вы нас всегда поддерживаете. Знаете что, мы, может быть, менее крепки в плечах, но свое плечо всегда вам подставим. Мы всегда готовы поставить плечо, и спину, и голову, если надо. У нас сегодня насыщенный день. Утром мы подписали соглашение с университетом управления экономики по взаимодействию и сотрудничеству. Поэтому у нас сегодня насыщенные мероприятия, сегодняшнее мероприятие я даже не назову. Работая по лодкам, с кисточкой в руках, свежий воздух, лес, белки, все здорово, красиво, всем спасибо. Лавочки все красивые. А ворота? А ворота еще лучше. А вот и девочки, которые опоздали. Вот, давайте. А вот девочки самые, это самые ответственные. Самые, да, девочки всегда самые ответственные. Вот Яшечка подходит. Спасибо вам большое. Там главное, чтобы белка никакая не прилипла. И от руководства вот дропанка. Мы написали объявление, на саму скамейку не садиться. Вот на парка. Мне просто очень приятно, что именно Дендропарк стал такой площадкой, которая сблизила людей разных направлений. То есть мы вроде лесное хозяйство, но экологию мы имеем, так сказать, последнее отношение. Мы тоже. Здесь мы все вместе собрались, сделали оно хорошее погоде. Ну и все-таки здесь мы, получается, с вами налажим контакт. В следующем году принесет еще больше пользы. Это очень важно. У нас в положении режима написано, что Дендропарк, его цель – улучшение имиджа Новосибирской области. Мы к этому стремимся. И вы нам это поможете. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые друзья, уже стала доброй традицией. Эта традиция будет продолжаться. Спасибо огромное вам за помощь. Видно, не понаслышке, видно по вашим делам, что вы команда. Это и компания Сибэка, и наши уважаемые спортсмены. В спорте без команды, наверное, нельзя. Команда – это самое главное. В бизнесе и в работе тоже нельзя без команды. Это тоже основной показатель. Поэтому приходите сюда командой, приходите сюда с семьями, приходите сюда с детьми, отдыхайте. Травы, травки тут, лужаек, на всех хватит. Эта территория, она для всех, независимо, спортсмены, бизнесмены, служащие. Мы всегда вас рады видеть. Приятно было с вами сегодня пообщаться, поговорить, поработать. Спасибо вам огромное. Спасибо, всем спасибо. Ну что, кому на отдых, кому на работу. Да, да. 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 Да.